Всем привет, друзья! Это уже у нас второй выпуск на моем канале. Сегодня мы собираемся ехать на горящий источник, это на Арабатскую стрелку в Геническ, с моими подписчиками и с теми людьми, которые приобрели у меня какой-то там либо курс. Вот. Есть ребята, которые уже достигли в этом успеха, поэтому, я думаю, у нас будет очень крутое общение. Сейчас мы идем заказывать пиццу на всю толпу, наверное, штук 15. И потом на 4 часа у нас встреча на площади и газуем. О, оператор Рудик, здорово, братан! Отвечаю, здорово, водила. Да сын, нормально устроились, водилу наняли. Пришла звезда наша. Рудика наняли, понял, короче, можно вообще ехать хорошо. Рыбак у нас есть, едем на море, не проголодаемся, он рыбу голыми руками ловит. Здравствуйте, Ваня. Да, привет. Привет, Ваня, сейчас мы знакомимся. Так, ребята сейчас встречать будут, да? Конечно. Это как на свадьбе, знаешь, дорогу закрывают. Так же самое сейчас будет. Я позвонил, что люди серьезные едут. Сейчас там вымогать будут деньги. Так, ты потом поедешь. Знаю, это знаю. Тебя как зовут? Денис. Я тебе писал. Ваня. Не надо. Да, тебя? Макс. Макс, тебя уже знаю, с тобой мы познакомились. Денис, Макс, все, я всех запомню. Кость, тебя знаю. Так что воды набрали, я думаю, всем все хватит. Главное, чтобы нам разрешили покушать на там возле шезлонг. Ну, типа, отошли чуть-чуть дальше. Не, вот то, что отошли. У нас же ветра не было, вот что правильно. Ну что, тебя номера больше не воруют? Нет. Ты их пристрелил? Да. 5 градусов. Декабрь, январь, февраль. Если считать, когда ты писал мне об встрече, то, наверное, еще раньше. Не, ну мы встречались. Ну как встречались? Ну, не в том смысле, что встречались. Виделись, короче. Пацаны, вот сейчас нас поснимают, вот фото, это что-то отмечает. Сейчас будет по экрану. Митинг какой-то делать будет. Свободу Навального. Свободу, да? Точно. На расширение в России. Хотя рынок там больше. Да. Давай 120-130. Давай, да. Да, вы сюда. Все, грузимся, едем. Встретимся на источнике. Встретили мы на источнике, будем сейчас рассчитываться за источники. Здравствуйте. Мы припарковаться хотим. Давай отсюда. Ладос сидит. Ага, скользко. Да, я снимал. Что ты продаешь? Я, говоря, Ваня завез AirPods. Это первое направление было. Сразу завез 4 Pro, потом вторые, потом прошки. Сейчас уже завез чехлы для них. То есть все с Китая. Все с Китая уже, все с поставщиками. Уже как взрослый. Научили меня. Второе направление – это товары 18+. Для людей, которые хотят разнообразить свою сексуальную жизнь. Все присутствует так же самое. Ассортимент около там 40 позиций где-то. Но это интересно. И третье направление пока в секрете, да? Да, третье направление в секрете. Сам додумался, человек. Слежу, познакомился. Я работаю на почте на новой и познакомился с ним еще. Он главный менеджер. Года 3 назад, еще когда он просто пришел, говорит, типа, а как я хочу там отправлять, начать. Он еще не занимался всем этим. То есть он изначально, ну, то есть, только начинал. И он пришел, типа, говорит, как этот принтер называется, да, как сделать то, как там отправки, то есть, ну, мы с ним пообщались еще тогда, и он пропал, там не было его где-то недели две, я думаю, ну, просто человек зашел, там, смотрю, уже привез товар какой-то, то есть уже запакованный привез, и я такой, типа, о, неплохо, ну, типа, и вот три или четыре, я уже не помню. Три года вот возит там товар постоянно, поэтому, знаете,
как его, истории не фейковые, каждый день товар привозит, отчет. Просто все одно и то же, да? Да, да, все, то есть, ну, в таком, да, в Инстаграме на него подписан. Типа, ну, все это желание, чисто желание. Как бы хочется всегда на себя работать, потому что не ходить там на 9 утра, там на 8 на работу. Это надоедает, как бы, ну, хочется проснуться в 10 и, ну, хотя бы когда-то иногда. И понять, что, типа, блин, можно ничего не делать. Все, потому что уже налажен. Босс, ты работаешь, да, сейчас? Да. Где ты работаешь? Можешь сказать? Я на Агроальянсе работаю. Что ты продаешь? Я продаю запчасти к сельхозтехнике. Кейс New Holland. И телескопический погрузчик Manitou французский. А на себя работаю. На себя торгуешь в интернете. Можешь на себя можно сказать? Ну, да. Можем, конечно. Давно? Сейчас тебе скажу. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Февраль, что месяц пошел. Плюса? Ну, конечно. А зачем тогда торговать? Не, ну можно еще раскачиваться. В плюсах? У меня два интернет-магазина на проме. Каждый из них я отбил там буквально за полмесяца и дальше чистую прибыль. Ну расскажи, а как ты начал? Как ты начал вообще работать в интернете, как продавать? Я не знаю. Увидел Ванин курс, понял, что надо что-то менять в этой жизни. Понял, что 2700 это не так дорого для того, чтобы поменять что-то. И этот курс поменял кардинально мое мышление, вид, возможности. Я понял, что то, о чем я когда-то мечтал и думал, что я хочу, чтобы это было, надо было всего лишь что-то начать делать. Именно конкретно в одну цель бить, бить. И получается почва, все классно, там вплоть до каждой кнопочки Ваня объясняет, куда нажать, чтобы загрузить фотографию. Ну там вообще полностью, если ты полный дебил в компьютере, ты все равно разберешься. Вот. Ну, не ту, если ты полный ноль, сказать так. Ты это когда план или не знаю, не план, а время, когда ты будешь увольняться. Или ты пока работаешь нормально. Хочу до лета. Я думаю, что там в июне я уже должен быть свободным человеком. Ну я хочу так. Круто. Что хочу сказать, что пацаны оказались моложе, чем я думал. 22-24. Они уже зарабатывают сами и достаточно хорошие деньги, занимаются теми товарами, которые даже мне, например, в голову даже не пришло. Кто-то ведет паблики, тоже зарабатывают неплохо. Короче, часть из них это просто мои подписчики, но вроде такое большинство это те даже, кто и мои подписчики, и покупали какие-то мои курсы. И там делали результаты, или делают. В таком плане. Поэтому, короче, такие встречи очень хорошо, познакомились с ребятами. Это надо. Это надо, когда все думают не то, как работать на кого-то, а как зарабатывать самим. Пацаны, так вот, Талян, вот на видео Талян, вот она, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и...